Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня на квартирнике Тенгри группа Влад Полак Бенд. Прошу любить и жаловать. И спешу заметить, что, как всегда, организаторами этого мероприятия являются Алаш Медиа Групп, продюсерский центр Пантограф и Тенгри Ньюс. Также при технической поддержке фирмы KZ Sound. А трансляция будет происходить на YouTube-канале Тенгри ТВ. И также будет транслироваться в Тенгри Ньюс ВКонтакте, на странице Тенгри Ньюс ВКонтакте. А перед вами группа Влад Полак Бенд. И мало-помалу начнем. Давайте. Подрастут и окрепнут, и лягут на крыло. Есть еще надежда, что его согреет эта теплая зала, что осталось от вчерашнего костра. Есть еще надежда, что зима не вечна, и весенние грозы растопят грязный лед и очистят небо для любви беспечной, чтобы ветер не знал, куда ее несет. Есть еще надежда, чтоб расправить крылья и продолжить этот путь, и не остаться, и дойти когда-нибудь. Еще забыл сказать, ребята, будьте здоровы, пожалуйста, потому что вот это мероприятие, оно как бы в поддержку нас, когда мы сидим дома, и
не общаемся ни с кем. То есть карантин как-то, чтобы скрасить. Вот, поэтому давайте не болеть и задавать нам всякие вопросы, будем общаться. Мы в прямом эфире, поэтому вперед. Вот. На онлайн-концертах, кстати, есть возможность, не вставая с дивана, лицезреть своих друзей, которые на сцене сегодня. Так что прошу любить и жаловать. В доме нарисовано, все углы измерены. В самой дальней комнате поселилась грусть. Да чего капризная, скучная, как алгебра. Думает, не выгоню, верит, ну и пусть. В доме нарисовано, все мечты сбываются, и реальным кажется звук твоих шагов. Нарисуй мне лестницу, чтоб на крышу выбраться и не жить по формуле четырех углов. В доме нарисовано над ходом времени, и реальным кажется звук твоих шагов. Нарисуй мне лестницу, чтоб на крышу выбраться и не жить по формуле четырех углов. В доме нарисовано, шторы все раздвинуты, и в окне распахнутом виден небосклон. Я взлетаю медленно прямо с подоконника, размахнувшись крыльями, может, это сон. Кстати, если будут интересные комментарии какие-нибудь, Беназир, пожалуйста, озвучивай, хорошо? Вот. Сегодня такой день, есть в нем нотка печали, потому что в этот день как раз погиб Виктор Цой. Вот. И мы бы хотели одну из песен наших посвятить вот как раз этой дате. Так сказать, помянуть этого нашего великого рокера. Мы все его ценим, любим до сих пор. Никогда он в наших сердцах, этот человек, останется. Поэтому вот эта песня, мы хотим посвятить Виктору эту песню. Называется она «Душа».
та нас несет. Ложь во спасенье. Я до сих пор не пойму, кто ты, друг или враг, или так. Я вижу тебя в своем отражении. О, эти странные игры судьбой для вселенной пустят. От свободы самой. Ты иди по дороге, а я пойду по другой. Соберу я удачу, как росу на траве. И я ничем не обновлений. Когда застойную кровь скипятит электрический ток, и я сам себя молю о прощении за то, что, глядя наверх, я всегда видел лишь потолок. Песенка, посвященная Виктору. Вот. Раньше мы пели на английском языке и начали почему-то петь на русском не так давно. Вообще мы существуем 5 лет. 5 уже, по-моему, да? Где-то так. Вот. И вот одна единственная песня. Все эти вещи были на английском языке, которую мы исполняем. Вот. И почему-то вот одна песня осталась, которая никак не хочет переводиться. Она так и осталась на английском. Видимо, мы ее так и оставим. Вот вашему вниманию, ребята.
wagons, but it cannot be helped. We live in a crazy world. When my mother said to me, mind your own business, I was answering back, trying out myself. I'm a fortune's black boots, like a bird of passage, being dead between the stones. Well, it'll be all plain sailing if you just sell your soul. I cannot get the bottom, and that's beyond my mind. Thank my lucky star that I still don't go mad when I'm losing firm ground and all my friends are off. I'm a fortune's black boots, like a bird of passage, been dead between the stones. Передаете привет нашим слушателям. Конкретно кому? Кто там? А конкретно всем. А, привет. Привет, слушатели! Да, более активный. А где моя вода, ребят? Дайте, пожалуйста. Я написала комментарий, очень интересный, по поводу песни «Нарисованный дом». Говорит, спасибо, ребята, вам за желание поддержать народ. А песенка действительно поднимает настроение. Так и хочется поверить, нарисовать дом и радоваться, как ребенок. Хотя мне уже 68. Вот, пишет пользователь, ну, QWERTY. Да, на самом деле, очень философская, очень красивая песня. Обожаю ее сама. Спасибо. Ну, давайте продолжаем. Продолжаем. Спасибо за комментарий такой теплый. Спасибо огромное. Сейчас будет песня такая не совсем веселая. Называется «Война». Песня о войне вообще. Может быть, не о конкретной какой-то войне, а о войне. Может быть, внутри себя каждый человек сам с собой иногда бывает не в ладу. Вот, поэтому вот об этом как раз песня сейчас будет.
потеряли здравый смысл в этом споре, и уже не причина, победа важней. То, с чего началось, позабудется вскоре в этом бешеной гонке, не жалея коней. Позабыв, кто мы есть, на себя не похожие, мы готовы друг друга изрубить на куски. Как кинжал свою злость, доставая из ножен, чтоб потом и душа умерла от тоски. Мы за правду войну объявили друг другу, но у каждого правда своя в той войне. Возвращаясь к началу, мы ходим по кругу и остатки надежды сжигаем в огне. В этой песне нам выпали главные роли, все по тексту осталось отработать финал. Но сыграли мы их не по собственной воле, по желанию того, кто сценарий писал. Войну объявили друг другу, но у каждого правда своя в той войне. Возвращаясь к началу, мы ходим по кругу и остатки надежды сжигаем в огне. В этой песне нам выпали главные роли, все по тексту осталось отработать финал. Но сыграли мы их не по собственной воле, по желанию того, кто сценарий писал. Я лично для себя прочитала достаточно удручающий комментарий. Так. Я бы хотела его озвучить. Давай. Игорь Сергеев так пишет. Извиняюсь, но рок-н-ролл уже умер. Так как он начал эволюционировать, и молодежь вскоре перестанет им заниматься, а легенды забудутся. Ну это в смысле, это вопрос или что? Это комментарий. Это комментарий. Я написала, рок-н-ролл жив, потому что я в этом на 1000000% уверена. Я знаю, что не будь в нашей жизни рок-н-ролла, не было бы драйва, азарта и многих
увлекательных моментов в жизни. Что вы думаете по этому поводу? Почему? На самом деле, да, многие... Ну, вообще, время... этот вопрос его уже 30 лет его задают. 30 лет. Но он по-прежнему вот не умер. Первый самый на него БГ когда-то ответил, вот, рок-н-ролл ему... Он даже песню на эту тему написал, рок-н-ролл там жив, по-моему, или мертв. А, рок-н-ролл мертв, а я еще жив, что-то такое. Вот пока мы живы, вот рок-н-ролл в нас живет. Потому что рок-н-ролл — это растяжимое такое понятие музыкальное. То есть рок-н-ролл — это на самом деле образ жизни. Поэтому то поколение, а оно, кстати, из поколения в поколение передается, это музыка и этот образ жизни. Поэтому он жив, я считаю. Вот. Ну, это мое лично субъективное мнение. Вот доказательство тому, мы на сцене стоим, играем, собственно, блюз-рок, рок-н-ролл. Да будет так. А посему я выпью водички. Вообще блюз, а мы исповедуем блюз. Блюз — это никогда хорошему человеку плохо. Блюз — это когда хорошие люди вместе. Вот это у нас такой девиз. Вот, у нашей команды. Группа Влад Полок Бэнд, ребята. Песня называется «Все, чего хочу». Попросил серьезно, чтобы увидеть себя с изнанки, но застрял по дороге к звездам на заброшенном полустанке. Это стало так очевидно, что нелепо бежать по кругу. Это просто глупо и стыдно нам дышать в затылок друг другу. Я свыше, мне отсыпать манны небесной, но хочу о себе услышать по-больному наотмашь честно. Только что-то сейчас приперло, и стою, преклонив колени, в пустоте и с осипшим горлом, в вечном споре с собственной тенью. Прощаю, только все по кругу качу я, в самом центре стоять хочу я, все от ветра к ветру качу я.
знаете, наше бурное обсуждение по поводу того, жив ли рок-н-ролл, продолжается. Так. И очень много интересных мыслей я сейчас прочитала. А, Никита Неровнов пишет. Рок-н-ролл вечен, потому что он прост. В нем нет ничего лишнего. Его ритм проникает сквозь все преграды. Одним словом, это истинное искусство. Он будет до последнего в сердцах слушателей. И это прекрасный комментарий. Так, почитаем, что пишут у нас здесь. Так. А вот, кстати, Саша про вас написали. А бас-гитарист, вообще родственник. Это пишет Станислав, друг Влад Полок Бэнд. Стас, привет тебе, да. Стас. Говорит, эта группа уникальна, и они мои друзья. Супер. Ой, спасибо, дорогой. Жанник Туякбаев пишет. Рок-н-ролл – это жанр, который не нуждается в эволюции. Он добр, позитивен и живее всего нового коммерческого жанра, которым нас пичкают ежедневно отовсюду. Так что рок-н-ролл жив и будет жить всегда. Просто он не так популярен среди молодежи сейчас. Так. Элла Межибицкая пишет. Кто считает, что рок-н-ролл умер, тот сам еще не родился. Круто. Молодец, Элла. Это дочь супер, нашего да? басиста высказалась. Элла, спасибо. Жанни, привет. А, господа, еще такой момент. Вот, пользуясь случаем, хочу поздравить своих дочерей с днем рождения. У меня две дочери. Круто, двойнички. Круто, круто. Им исполнилось 14 лет. Я вот их поздравляю с нашего квартирника. Молодой папа. И мы им еще и сыграем. Да, кстати, я хочу этим девчонкам посвятить эту песенку. Вот, у них все впереди, так сказать. И не только им, а их ровесникам, молодым ребятам и девчонкам. Вот. И хочу еще сказать, так сказать, вдогонку этим поздравлениям, что вот нет, на самом деле нет ни одной темы, которая бы стоила того, чтобы о ней петь. Это только, эта тема только любовь. Вот поэтому сейчас, то есть можно петь о чем угодно, но все равно все, так сказать, как все пути ведут в Рим, так же и все темы, они вот сводятся к любви. То есть любовь — это движущая сила великая наша на планете. Поэтому споем о любви. Поселится в душе сомнения черви на твоих плечах. Твои друзья въезжают в рай и учат жить, и в общем дело дрянь. Когда не сходятся концы, кругом обломы даже в мелочах. И за окном унылый дождь, ну в общем дело дрянь. Куда ни глянь. Когда уже почти надежды нет, что белый цвет заменит черный цвет, тогда ты снова будешь петь лишь только про любовь, только про любовь, только про любовь. Как-то в зашторенные окна бьет рассвет, но как-то не до сна. Когда не ладятся стихи, кошки черные скребут в душе. И голова ее болит не о тебе, и хочется вина. На сердце гиря, и оно открыто, что мишень. И новый день прогонит старый страх, и о простом заговоришь в стихах, тогда ты снова будешь петь лишь только про любовь.
увлечения твои, приключения уложились в две строки. Когда лукавый для тебя сознанием дела на пути раскинул сеть, а ты летишь, как мотылек на свет, вот знаешь, что ворота там узки. Зазревший плод еще висит и на траву, еще не выпал снег, тогда ты снова будешь петь лишь только про любовь. 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 Только про Спасибо, Геннадир. Там, кстати, очень много поддержки со стороны наших слушателей. А что там конкретно, что-нибудь есть? Конкретно спрашивают, случайно наткнулась на эту группу. Так. И хочется подробнее узнать историю, историю песен. Историю песен? Ну, в целом, группа создалась в 2015 году. Да. Правильно. Так было, да. Угу. Создалась. Я, если честно, Володя, вдруг, сама не знаю историю Влад резко Полок вдруг Бен. Создалась группа. Вот, в 15-м году вот мы втроем собрались. Вот, каждый из нас где-то там играл, что-то там, где-то что-то музицировал, а потом вдруг резко мы решили создать команду, чтобы исполнять свои песни. Для этого группы и создаются всегда, чтобы исполнять свои песни. Да, правильно. Вот. Вот и музицируем с тех пор. Жалко, что вот карантин начался и никак не закончится. А так бы играли бы, так сказать, и не только онлайн общались бы просто вот так воочию, так сказать. Володя, от меня вопрос вам. Да. Я давно с вами знакома, но я до сих пор не знаю, почему группа называется Влад Полок Бэнд. Ну, это у меня псевдоним такой в соцсетях, Влад Полок. Просто вот. Так? Как-то так пошло, поехало, вот Влад Полок, Влад Полок. Вообще мы хотим в аббревиатуру перейти в ближайшем будущем, в VPB или ВПБ, там, если по-русски. Угу. Ну, здорово. Да, 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 да. Песня о том, как иногда двое влюбленных, любящих людей могут друг друга не понимать. Вот об этом вещь. Как-то хотелось донести вот эту тему. Это молчание.
внимание, ты к настроению, в точке кипения. Я чувствую бурю аплодисментов там где-то в эфире. Буря просто. Сейчас такая вещь, там ничего интересного нет, Беназир? А, блюз уже похоронили? Ну да, ладно. Да, теперь начали хоронить блюз. Сейчас будем возрождать его. Ну смотрите, тут значит Александр Мацинин пишет, кстати, о блюзе. Так. Ну, тоже наш друг, да? С блюзом можно погрустить и можно отлично повеселиться. Это очень простая гармоничная музыка, которую очень сложно играть. Сложность в том, чтобы было интересно слушателям. Блюз, он для себя и для других. И кто после этого может сказать, что блюз умер? Пока мы все живы, будет жить и блюз. Абсолютно согласна. Сложность в том, чтобы реально сделать блюз интересным. Блюз — это отражение чертовой харизмы. Согласитесь? Вот. Точно, точно, точно. И, Володя, я просто влюблена в вашу харизму. Без этого не будет. Не только блюз, вообще любая музыка, она без куража ничего не стоит.
Не, ну вообще определение блюз, блюз, это же в переводе с английского, это feeling blue. Да, это когда-то вот началось, там, когда черному какому-то вот на плантациях музыканту, да, он там в перерывах между тем, как он хлопок убирал, ему, значит, там досталась гитара, где-то он взял и что-то там неправильно заиграл, не, подчеркиваю, неправильно в кавычках. Вот. Заиграл, и вот с тех пор начал зарождаться. Но столько времени прошло, сейчас это, может быть, где-то вот мелодика осталась какая-то, блюзовая, там вот, пресловутая пентатоника, вот эта блюзовая, минорная или мажорная. Вот. Но в основном это современный блюз, это, я считаю, вот блюз-рок, он очень четко отражает современность. Так сказать, мы от блюза не уходим, и в то же время вот эта ритмика жесткая такая, на которую вот эти блюзовые темы драйв ложатся, да. Это вот, ну, драйв. Вот это и рождает современную музыку. В этом современный блюз. Ну и, конечно, там в гармониях не надо себя там это самое ущемлять. Конечно. Хочется сюда, пожалуйста, отклонение там. Давайте экспериментировать. Какие-то. Да, вот сейчас, кстати, будет в достаточной традиции такая вещь. У нее кодовое название есть «Казачий блюз». Вот. Это так, на репетициях мы его так прозвали. Вещь называется «Просто жить. Со свистом, только ноги не уймутся никак. Все несут куда-то трезвую голову на пороге самой пьяной реки. Со стремнины на равнину, на волю, дальше, дальше от зеленой тоски. Дальше, 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 дальше от зеленой тоски. Дальше, дальше. Я напился из соленого озера и наелся я до хруста в зубах. И попал я не в девятку, а в озеро. Шел на свет, а оказался по тьмам. Потому-то все труднее мне верится в это терпкое искусство любви. Все, что нужно утомленному сердцу, просто жить, просто жить, просто жить, просто. Жить.
Я сейчас вот до этого ты зачитала комментарий Александра Мацинина, ты наш друг. Саш, привет тебе огромный. Вот. И спасибо тебе, что ты сейчас с нами. Песня «На злобу дня» сейчас будет, ребята. Называется она «Говорят». Подожди секунду. Поехали. Что пора уезжать, будто пробил час. Будто в этой стране перспектив больше нет для нас. Будто кризис костлявой рукой потрошит карман. В результате унылая жизнь и сплошной обман. А я все жду, что жизнь улучшится, и все вокруг вдруг переменится, и светлый праздник придет. Говорят, что пора уезжать, может, вон о врага. Приложить вектор творческих сил на других берегах. Телу нужен уют и комфорт прямо здесь и сейчас. А душа пусть танцует свой степ, как последний раз. А я все жду, что жизнь улучшится, и все вокруг вдруг переменится, и светлый праздник придет.
Вот такое произведение «На злобу дня». Здесь в нашем репертуаре есть несколько вещей, таких немножко они отстоят, как-то особняком стоят. Написал музыку на них наш друг, композитор наш казахстанский, Сайраш. Вот это мой очень хороший друг, я очень люблю его. Он такой, он себя не позиционирует как композитор, он называет себя музыкальный философ. Вот, но мелодии иногда у него прекрасные, такие, из него они вылазят буквально. Вот, и несколько вещей вот хочу исполнить, мы хотим исполнить, которые написаны на его мелодии. Мы положили текст, сделали аранжировку. Вот такие вещи. Вещь называется «Мама, прости». Thank you.
Еще одна вещь. А, что? Ну, такие небольшие комментарии. Давай. Вас называют фермачами. Говорят, что вы уникальные, прекрасные. Это кто говорит-то? Мой отец. Серьезно? Да, он, оказывается, нас смотрит. Привет, пап. Вот, и тут спрашивают подробнее рассказать об игре слайдом. Это, наверное, больше гитаристам. Гитаристов будет интересовать. Как давно вы начали играть слайдом? Вообще, откуда эта игра пошла? Пьяный напился однажды, негр тоже опять. У него была бутылка пива под рукой, и вот он у него и гитара на коленях. И вот он взял вот так и начал бутылкой вот так водить в разные стороны. И ничего сложного, просто вот так берешь на палец, одеваешь и елозишь. И все, и вперед. Да. И все. А все остальное могу рассказать. У меня есть творческая мастерская. Влад Полок Студио называется страничка в Фейсбуке. Туда можно зайти, найти мой адрес, там мои координаты. И все это я могу рассказать. Вот. Иногда я это делаю бесплатно. Еще одна вещь, тоже сайрашевская, тоже в сотрудничестве с ним написана, называется «Река жизни». Слов не предвещают рассвет сотни примет. Мыслей рой он с головой накроет, если потянет ко дну, то утону. В глубине дышится все трудней. Это дорога на дно, словно дно. И там на дне некуда падать мне. И можно мечтать в тишине о завтрашнем дне. Мне и можно мечтать в тишине о завтрашнем дне. О завтрашнем дне. Себе назло сдаться в объятия реки, что так крепки. И вода вынесет без труда тело простором морским прочь от тоски. И вода вынесет без труда тело к просторам морским прочь от тоски. И вода вынесет без труда тело к просторам морские прочь от тоски.
Носки. Еще одна сарашевская вещь. Я хочу пригласить на сцену нашу прекрасную Беназир. Беназир Алимхаджаева, ребята. Она по совместительству сегодня ведущая нашего временного эфира. Но на самом деле это прекрасная певица. С удовольствием хочу ее представить. Беназир Алимхаджаева. Песня называется «Это легко». Я извиняюсь. Песня называется «Тело». Тело. Бренное тело. Еще бы тактов 8 там. А надо было посмотреть. Да. В следующий раз сделаем. Сонет? Давайте почитаем комментарии, если они есть. Давайте. Так.
Смотрите, пусть Егор тоже расскажет, как он попал в этот бенд. Ведь он ритм-мотор команды. Я знаю, что Саша и Володя знакомы очень давно. Потом был перерыв, и 5 лет назад они решили играть вместе. Давайте, Егор, я вам микрофон передам. Он... Давно да, давно попал. Попал, да? Как-то попал, короче, да? Так. Я расскажу, на самом деле, как он попал. Попал он, на самом деле, 12 лет назад. Да какой 12? Уже 14 лет назад. Вот. Мы с ним работали вместе в одном ночном клубе под названием «Сохо» в его золотые годы. Вот. А потом я решил оттуда уйти, и мы ушли оттуда вместе. И с тех пор мы вот не расстаемся. В нескольких командах вместе играли. Была такая группа WW, вместе играли там. Потом вот и продолжали, так уже не расставались. И на самом деле мы играли, у нас был другой состав чуть-чуть. А потом Саша присоединился, вот такое трио образовалось, сейчас вот как бы квартет намечается с Беназир. Вот. А и... вот, кстати, тут я заметил один комментарий. Да. А, некий Юрий Юрьев пишет: ребята, вам расширяться нужно. На 3 инструмента звучит слабовато. В смысле, пиво побольше пить, расширяться в смысле вширь? Да, наверное, во всех смыслах, да. А в целом это то, что надо. А почему трио? Почему не добавить клавиши, может быть, какой-то... Ну, так удобнее просто. Больше вот простора. Понимаете, когда музыканты где-то работают, и нужно делить прибыль, так удобнее. В этом смысле, ну это самое последнее, что. А на самом деле больше простора вот, гармонического. Вот иди куда хочешь. Да. Если клавишник 10 пальцами взял, то все уже там ни вперед, ни назад, ни вправо, ни влево. А здесь как-то вот свобода остается. Поэтому бери, что хочешь, какие аккорды. Какие аккорды хочешь. Сонет? Сонет. Когда луна опять займет свой пост,
мечут в голове, они летят сквозь темноту, стремятся к свету. Пусть хоть одна тянет до утра и не сгорит, как мотылёк во тьме рассвета. И не сгорит, как мотылёк в огне рассвета. Заканчивать, да, наверное? Надо, да. Да, мы будем заканчивать наш эфир. Вот, сейчас мы сыграем последнюю песню. Наверное, не последнюю, а прощальную песню. Прощаль, так будет. Не прощальную, а крайнюю, да? Да, крайняя песня называется «Это легко». Тоже Сайраш написал, а мы, так сказать, его мелодию положили на гармонию и написали текст. Вот такая вещь получилась. Мы слоем ее дуэтом.
спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, кто был с нами в этот вечер. Вот. Перед вами была группа Влад Полок Бэнд, Беназир Алимхаджаева. И мы все вместе вам говорим, будьте здоровы, ребята, пожалуйста. И не слушайте болеть. Влад Полок Бэнд. И меня. Пока, до свидания. We'll be right back.